Один из старейших торговых центров в Самаре. На 5000 квадратных метров два охранника и 5 камер наблюдения. Такие меры недостаточны, считает руководитель департамента потреб рынка и услуг Александр Андреянов. Дирекция центра критику принимает спокойно, обещает подумать, что можно сделать, чтобы сотрудники и посетители чувствовали себя защищенно. Мы сначала сформируем, что мы хотим увидеть от этого, то есть как увеличение камер там, или улучшение нашего технического какого-то оснащения. Вот. И уже исходя из того, насколько нам позволят денежные средства, мы будем реализовывать это все. В Самаре 94 торговых центра. Нигде, по данным профильного департамента, не установлены рамочные металлодетекторы на входах. Владельцы говорят, затратное это дело. Одна рамка стоит около 1 000 000 рублей. В городской администрации отвечают, экономить на безопасности людей просто нельзя. У главы города поставлена задача, чтобы у нас во всех торговых центрах меры по обеспечению безопасности населения были ужесточены. Задача наша в том, чтобы побудить собственников и руководство центров, чтобы они задумались, вносили свои планы, выделяли на это деньги в ближайшее время. Базовое требование – поставить рамки. Переговоры с руководством торговых центров и их осмотры в Самаре уже идут. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.